В избе 13 градусов тепла, но вечером мы не топим, но сегодня затопили. И вот топится, Володя тут щебарничает, хозяйничает, варит на завтрашний день. Ну что интересно, как кошки. Вот я могу даже залезть, чтобы сверху было это. Дай-ка я на тебя попрусь. Вот она лежит, черная, не может, а то прямо над плитою, и решетка у нас здесь, ну, закрытая деревоплитом, а ее караулит, рядом Паля сидит. А эта лежит, не может отогреться. Где она ночь была, по сей день не знаем. Она катаясь, может быть, искала, нашла или нет, тоже не знаем. Лежит и дышит так часто. Ну, самое лучшее сейчас, где мясо, где рыба. Она лежит, потягивается. Вроде бы не заболела. А моя Паля ни на шаг от нее не отходит. Караулит. О, потягивается. Черная пантера моя. Вот я молился о ней, чтобы Господь вернул ее. Вот сойду вниз. О. У нас 5 ноября. Ой, что-то зачесалось. Смешная такая. А это около нее клуня спокойная такая. К Володе под одеяло залезла, его там нету наверху. Она залезла, а Паля придавила ее как бы сбоку, чтобы тепло у нее было. Все рады этому. Господь дал ей. Никак не найти было нигде. Все везде обошел я. Пошел у Надежды Васильевны там, в другой комнате. Я там везде. Да, Любовь Николаевна говорит, не надо, там все, там еще нету, не надо, никому не верю. Я под низ и посветил, как в прошлом году-то она где оказалась. Паля-то спряталась под каким-то... Под холодильник она спряталась. Ну, под холодильник даже. Ну и вот сегодня тоже так же. Я все обошел. А дальше-то утром я далеко ушел, в соседний дом. Там дальше пошел, который ходит здесь. Он живой или нет, этот, который на крыше сидел-то? Ну, говорят, что-то заболел. Ну да. Да и у этих не будет сидеть. Они не разрешат. Вот так. Пошел. Верхнюю, может, задвижку маленько прикрыть. О, все. Паля. Куда же она делась, черная-то? Пробежалась так быстро и нет нигде. А, вон она ест там. Она воду пьет. Да. Молодцы.